Всем привет! Привезли вон столько досок. Сани полностью загруженные, очень тяжелые. Довезли без происшествий. Поедем, будем строить балаган. У нас прям все битком тут забито. Бочонок с едой никуда не вмещается. Но доедем. Че, все? Начало строительства? Да. Ну все, погнали? Погнали. Расчищаем площадку. Фух, вон только начали. Ну, вот здесь будет, вот на этой пяточке, балаганчик. Внутреннее где-то 3 на 2 метра пространство, ну плюс-минус. Вот так все привезли. Вон сколько снегу. Вот лопата в землю воткнута, в мох. А вот буран стоит на снегу. Сейчас этот пятак не спеша очистим. Одна неприятность, кто-то по нашей буранке. Там внизу речка маленькая. Кто-то с той стороны тут крутился после того, как я приехал. Скорее всего, срисовал, что мы тут стройку затеяли. Поэтому хрен его знает. Настроение немножко подпортилось. Ну ладно, будем надеяться, что это так. Залетный кто-то был. Поставим тут фотоловушку, да? Да. На всякий случай. Понаблюдаем, кто тут приедет без нас. Так ведь? Угу. Ну все. Садитесь сюда ходить. На связи? На связи. Тормоз доставай. Давай, давай, давай. Чай будем пить. Угу. Все. Немножко окопались. Площадочку подготовили чуть-чуть. Снегу много, конечно. Мы тут дорылись почти до земли. Поэтому смотрим. Доставай баранки, маранки. Все. Сейчас еще чуть-чуть подгребем, поедем за печкой. А, санки еще надо выгрузить, потом только за печкой поедем. Разгрузили сани. Вот у нас доски. Ага, целый ворох. Ага, металл. Но он нам где. И для постройки нужен. На крышу лист надо стелить. Ну, да. Разделку и делать, двери. Двери, да. И труба вон там. Труба на печь. Сейчас поедем за печкой. Ага. Там, там в сугробе уже валяется. И на основание, на низ бревна, валежник сухой будем пилить. Попробуем притащить сразу тоже его. Погнали? Погнали. Ну что, процесс идет? Поставили печку. Папа наугад сделал трубу, а она вон как хорошо подошла. Ну, еще четко прям. Идеально подошла. Ну, сейчас печка ни разу не пробована. Ага. Сейчас у меня тут за пазухой баллон греется. Труба такая. Попробуем что-нибудь в ней зажечь. Ну, привезли 1/4 Валежину и 1-2.5 на поперечину. Еще 3 ходки надо таких сделать. Ага. По много не возим, неудобно. По лесу с ними ездить. В одном месте они все не растут. Ездим, ищем. Вот так и будем сейчас кататься. Сейчас печь растопим, посмотрим, чайку попьем, опять поедем. Ага. Да? Да. На связи? На связи. Вон наши. Валежины, да? Ну, дрова наши. Нормально доехал? Да. Ну и все, отлично. Так как бы интересно, давай их оставим, будем как в прошлом году как на матрасе. Да, очень конечно. Очень интересно так на них ехать. Угу, весело, да? Угу. Иногда страшно, когда в лес заезжаешь. А, печечка коптит, греется, нормально, значит, все. Чуть доработаем, но все будет хорошо. Что ж, перенесли бревна вниз, я на одном сижу. Другие два там. Фух, печка у нас хорошо шурует до сих пор. А, горячая. Не видно ничего. Вон у нас какие дрова. Ну, дровишки короткие, печка маленькая. Фух. Ну что, все мы на каркас. Осталось на стойке коротышей напилить 2-метровых. Да. Ладно. План на сегодня выполнили? Да.
Хорошо поработали? Очень. Все, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Да. Все, давай. На связи? На связи. Ну что, на сегодня закончили. Хорошо, и так план практически выполнили, что хотели. Материал завезли. Основание на каркас практически готов. Осталось короткий. Короткий завтра по дороге сушняк где-нибудь возле буранки будет лежать. Напилим. Вот. Сейчас поедем еще на Солонец, надо заехать. Соль добавить. Вот она лежит. Прикиньте. Так что да, будем отдыхать. Все-таки вся эта возня в сугробах силы отнимает. Вот мы пилили березку пилой. Отличная ручная пила вот эта маленькая. Ладно, очень понравилось. Ну все, будем на связи. Всем привет. Мы набрали на каркас Валежин. Сейчас в прицепе. Ну, все. Сейчас будем городить потихоньку. Тут уже все промерзло. Ходить стало удобно. Все стало отлично. Работаем? Угу. Все, погнали. Погнали. Закончили с каркасом. Немножко крышу не доделали. Да. Вон те поперечины не запилили. А так низ, вверх более-менее что-то вырисовывается, да? Угу. Занесли печку уже вовнутрь избушки. И дрова тоже с трубой. Угу. Чтобы потом, если друг заметет, чтобы мы смогли легко найти. Ну, ну все, сейчас что, домой попрем? Да. Потихоньку еще ехать и ехать, да? Ну. Ну что, все, продолжение следует? Да, продолжение следует. Радуга в небе от солнца. Промоет быстро буранку, а этот по болотам хоть вода тут не идет, выступает, но буранка дольше стоит, поэтому этот обходной путь, да, как в машине запасной топчем. Красота, что скажешь. Всем привет, добрались до избы, погода просто прекрасная, привезли немного стройматериалов, матрасик. Все хорошо, взяли с собой Мишку. Он молодец. Побежал впереди буран, потом еще как-то еще туда свернул. Дальше по вырубу, но все равно оказался впереди нас. Угу. Красавчик, да? Да. Че, все? Сейчас разгружаем, что здесь оставляем. Печь затопляем, чай пьем и едем на балаган. Да, достраивать. Все, погнали? Погнали. Ну что, повадился кто-то к нам тут, да? Mm-hmm. Охота закрыта, все закрыто. А кто-то прям повадился, катается. Рыхло еще. Не, подмерзло. Чуть-чуть подмерзло. Буранка эта. Куда же эти видно? Если присмотреться чуть-чуть. Едет. Да это-то ладно, что видно. Я имею в виду, что недавно повадился. Ну кто-то ездит тут у нас. Надо как-то вычислять. А, так у нас же там фотоловушка стоит на балагане. Да, если проехал, то, ну, узнает. Если подходил, то посмотрим, кто подходил. Mm. Че, прём? Поехали. Ну что ж, наш гость по трубе ехал и вот по трубе и выехал. Ну, круга там дал? Ну. Но он далеко к нам туда залез-то получается. Да, но к балагану я не поехал. Ну, это утром, наверное, сегодня катался. Ну. Потому что след-то прям свежий, чуть подмороженный. Он не промерзший. Ну что, добрались? Да, добрались. Сушины допилили. Снег, кстати, липнуть начинает. Да. Хорошо, что мы тот раз все бревна практически напилили, да? Да. Вон наш здесь каркас. Все у нас в порядке. Да, чуть-чуть подзасыпало. Каркасик стоит, печурка на месте. Ловушка на месте. Все, отлично.
Ну все, работаем? Работаем. Гвоздь на 200. Вот, почти сделали крышу. Фух. В такую погоду работать приятно, тепло. Дела быстро продвигаются, да? Да. Сейчас забиваем гвозди. До этого заворачивали шурупами. Саморезами. Вон ту середину доска, которая посередине находится. Вот в эту. Ну что, рассказывай. Ох, поделали немножко избушку. Сделали крышу, накрыли уже баннером. Сделали стенку. Ну, эту туз поддонов сколотили. Ой-ой-ой. Пол такой вот, на все не хватило досок. Ну так, печку выставили, завтра эту стену. Те поддоны, которые мы выгрузили на избе, завтра сюда повезем, не хватает материала. Работы много, но уже что-то сделалось. Ну, да? Да. Крыша у нас крепкая, по ней можно даже ходить. Пол у нас тут даже, наверное, лучше, чем у остальной избы. Дырки совсем маленькие. Стена хорошая. И вторая. Ну, усилим там вот это место. Да. Еще добавим досок, чтобы поплотнее они были. Да, у нас. Потом баннерами обошьем. Угу. Всем привет. Занесли двери. Обшили стенку. Дела у нас идут. Не так, правда, быстро, как хотелось бы. Но идут. Будем делать, так сделаем, да? Пока все хорошо. Погодка теплая, снег идет. Ну, нам не страшно, у нас уже есть крыша. Ну, сейчас обобьемся, все и все. Угу. Ну все. Дальше делаем сарайку. Да. Все, мы обшили последнюю стену. Чуть ее баннером прибили. Дверь поставили. Фух. И еще поставили стол. Работали сегодня много. Надо будет еще, конечно, поделать, но время уже поджимает. Работаю еще на 2 выходных. Ну, там побольше осталось отделки внутренней. Двери подогнать, нары сделать. Трубу сделать. Стол, окошко, да? Стол, окошко, да. Снаружи, да, снаружи все пообшить. Да. Как следует. Потом все баннера. Потом стена обшита. Дров еще бы привезти, конечно, не мешало. На запас. Ну, дрова у нас там есть, но мало. Ну все, поехали домой? Поехали. Всем привет. Приехали уже мы дальше избы, на повороте стоим. Ветром дров много наломало. Вон, сломал у избушки. Ну, буря была. Ну, у избушки очень большую толстую осину сломалась. Сухую уже. И вот еще одна елочка. Куда едем? Сейчас на приваду. Рыбу и еще что-то там у нас есть. Килограмм 150? Да, много очень. Санки тяжелые, да? А потом? А потом будем, приедем на балаган и будем делать нары и еще обошьем его. Совсем доделывать будем, да? Да. Там, наверное, балаган-то замело с такой бурей. Наверное, да, уже не пройдешь. Откапывать надо будет. Ну все? На связи? На связи. Лисица откопала нашу приманку. Капкан стоял, не лезла. Сейчас пришла, откопала все. Тяжело бурану в такую жару идется, с таким грузом. Еле едем. Сейчас до привода главное потихонечку добраться, потом легко будет. Фух.
Мишаня, Миша, Мишка. Бабесик. Че, лиса уж тут все выпотрошила? Ты что думаешь? Дура она тебе. Добрались до привады. Бочек не видно, все заметено. Даже лисы не нашли. Бочек. Ловушка стоит. Но снимать некого было. Но мы ее сейчас поменяем. Давай вторую откапывай. Вход снегом. Я еще вход нашел, нужно его еще выкопать. Давай, давай, обкапывай. Чтобы по-хорошему обе бочки было обкопано, давай. Молодец. Так погода, конечно. Лобазик. Ой, Мишаня, ты откуда хоть приполз-то? Совсем лесом шел. Он его тоже держит, смотри, на открытом-то. Уплотнило, видно, ветром-то. По открытому-то нормально буран идет. Вот, лобазик, скоро будем и тебя ремонтировать. Делать по-хорошему, доберемся и до тебя. Сейчас прежде балаган сделаем, а уж после все остальное. Так, ну что, приваду мы заложили. Едем сейчас на балаган. Вот такая классная погода. Уже начинаются признаки вот эти весенние. Чуть-чуть снег подтаивает у стволов немножко. И солнце пригревает. Бухта вся осыпалась. Так что сейчас поглядим, что у нас там на балагане. Так вроде пока следов нету. Не приезжали пока. Мы, может, еще не доехали. Будем посмотреть. Так что вот так. Будем на связи. Все, подъезжаем. Сейчас посмотрим. Никого не было, слава богу. Ребятишки, видно, покатались, больше не хотят. Все, добрался? Да. Трус белорус. Режусь, режусь. Я приехал все-таки с дерева. Нормально все. Бушку сегодня вообще не заметил. Да, вообще отлично. Ничего тут. Густой лес, так и видимо, не этот и не мело совсем здесь. Не прометает гриву-то, не может продуть. Ну класс. Все, шебуршим. Всем привет! Наконец-то закончили. Я думаю, вы уже видите. Стены мы уже все обшили. Ну, что, Мишка, наскакался? Ну, класс, что. Крышу тоже двойным слоем. Трубу вывели. Разделку только великоватую приделали. Ну, пойдем внутрь, посмотрим. Пойдем. Что там у нас внутри? Вот это завтра. Сейчас нары только не сделали. Да. Ну, почему не сделали? Так. Здесь на входе пол недоделан. Такой типа столик. Окошко. Как будто такое окошко со стеклом. Да. Пол чуть подделали. Пол. ДВП постелили. Тут отбили. Вот нары вот сюда будем ставить. Широкие, двойные сразу, чтобы этот. Печку, блин, сделали. А спичек-то нет. И так мы ее не испытали сегодня. Угу. Так что завтра будем нары делать, дров напилить надо, вот таких коротышей. Ага, и некоторые надо расколоть. Ну, и нары, да? Да. Что, все, сейчас отдохнем, чайку попьем до избушки. Учимся. На сегодня все. Завтра крайний день. Угу. Финальный, я надеюсь. Ты тоже на это надеешься? Да. Надоела уже эта стройка. Угу. Ну что ж, на связи. Что ж,
наконец-то сделали избушку окончательно. Печка топится. Да. Внешник никаких изменений почти не претерпела. А вот внутри много чего нового. Ну-ка давай посмотрим. Ну, во-первых, вот у нас тепло. Прям очень. У печки экран. И у нас уже все вокруг нары обклеено фанерой, чтобы никак не продувало. Да и обита, обита фанерой, да? Да, и выглядит так лучше. Нары сами. Да. Нары шикарные, широченные. Мне тут нравится расположение нар больше, потому что тут одинаковое расстояние до стола. За столом сидеть удобней. Ну. И под нарами еще запасик уже неплохой сделали с дровишек. Угу. Крючочки. Это запас продуктов. Газ. Спички хоть, слава богу, привезли. Угу. Осталось фанеры все вот это добить, дошить. Фу, ну это уже можно и так жить пока. Потом в процессе, да? Угу. Понравится еще. Будем пользоваться балаганом, так есть смысл заморочиться, нет, так и пусть такой и будет, да? Да. Что тут ночевать-то, может, раз-два в году придется. Что, все, пьем чай и дальше мчимся? Да. На связи.